Всем привет! Пока что записываю это видео на русском языке, потому что им я владею хорошо, а с английским либо запишу видео позже, либо кто-то из сообщества поможет мне этот видеоролик перевести, чтобы побольше людей узнали обо всех нововведениях, которые я привнес. Ну, я сейчас определенные конкретные нововведения покажу. Сразу попрошу не обращать внимания на различные моменты в плане там составов, форм и то, что вот, например, кнопки сейчас большие, так как настроено под 4К телевизора, записываю на Full HD. Вот, сейчас я многие дополнения отключил, чтобы показать вам, ну, только конкретно определенные изменения, которые я внес. Вот, начнем. Получается, смотрите, сейчас я добавил изменение автоматическое изменение графики под определенный клуб, то есть, ну, в карьере. То есть, допустим, мы начинаем новую карьеру, выбираем клуб. Сейчас сделано это для английской премьер-лиги. Допустим, сначала мы выбираем Ливерпуль, чтобы показать, что автоматически все меняется. Как видите, фоновое изображение сразу уже изменилось. Костюм у тренера тоже сразу под Ливерпуль изменен. Возвращаемся в главное меню. Начинаем новую карьеру. Всю остальную графику я буду показывать и проверять на футбольном клубе Челси. Как видите, здесь сразу же фоновое изображение другое. Здесь под Челси изменен костюм тренера. Также, что получается, фоновых изображений есть 4. Чтобы продемонстрировать, можно вернуться в меню. И здесь, когда у нас, например, Роналдо, у нас одно фоновое изображение. Если мы хотим другое, нам, допустим, нужно вот так вот поменять. Опять убираем Челси. Здесь, как видите, уже другое фоновое изображение. У нас был Альфонсо Дэвис, Криштиана. Сейчас у нас... Сейчас я сразу 4 вам покажу, чтобы вы могли убедиться. Вот здесь такое. И последнее у нас на фоне должен быть Месси. Это будет работать со всеми клубами. Сейчас я продемонстрирую остальные изменения, также еще на Лэмпарде, но это все будет работать и с другими менеджерами. То есть здесь автоматически также настроено от Хауки костюмы. Допустим, выбираем так, начинаем карьеру. Здесь я специально настрою стартовый бюджет очень большой, потому что вам нужно продемонстрировать еще костюм, ну, формальный костюм игроков. Заставку с этим покажут, если только я подпишу, ну, какую-то крупную звезду. Сейчас попробуем Криштиану Роналду подписать как раз таки, чтобы при его переходе будет включена заставка, где можно будет видеть изменения. То есть сейчас, как вы видите, костюмы, фотографии легенд и тому прочее автоматически переключились на Челси. То есть когда в моде Хауки это вручную все настраивается, выбирается, здесь это автоматически меняется.
Так, еще обратите внимание, что, естественно, стулья тоже изменены под Челси. В будущем еще добавлю изменения президента. То есть, допустим, здесь будет Абрамович. Ну и, естественно, костюм тоже будет под Челси изменяться. Здесь продолжим, будем пропускать, чтобы сильно долгим видео не было. Спонсоры тоже под Челси, костюмы под Челси. Смотрим дальше. Забыл, нужно уже начать переговоры. Да, вот на такие моменты не обращайте внимания, с формой и тому подобное. Ну вот игроков. Так. Так, мы ищем Криштиана. Простите. Ну-ка. В принципе, с ним вроде легко договориться. Мы сразу предложим все самое большое. У нас большой бюджет. В принципе, он не должен отказываться. Сейчас промотаем. Обращайте внимание, что под Лигу Чемпионов особо ничего не встроено, потому что, как я уже сказал, много модов и изменений отключил. Так, здесь у нас ничего интересного. Так, что у нас по переговорам? Криштиана согласен. А, нам нужно кого-то выгнать. Допустим, пусть это... Нам это лишь ради проверки. Так что ничего страшного. Так, теперь, насколько я помню, когда мы перелистываем день, пропускаем, будет заставка. Вот, и получается, не повезло, не та заставка. Здесь Криштиана должен быть в костюме. Ну ладно, посмотрим, может, нам попадется какая-то другая заставка, где мы сможем это увидеть. Сейчас меню поменялось под английскую перелику. Ну да, вот, конечно, они заставкой нас подставили. Так, что нужно еще показать? Нужно еще показать, что зимой, когда начинается, ну, зимний сезон, когда начинается октябрь, нам до него нужно быстро пролистать, тренировочные костюмы меняются на зимние куртки. Сейчас это продемонстрируем. Так, здесь ничего интересного.
нас еще есть время, не закончился трансферное окно. Давайте Месси подпишем. Может, его в костюмчике покажут. Так, нам хватает всего. Всего вроде хватает. И надо опять же кого-то у нас выгнать. Согласен. Вот сейчас-то, я надеюсь, мы увидим костюм для игроков формальный, благодаря переходу Месси. Соглашаемся. Отлично. Но Месси не подведи. И опять эта заставка. Не повезло второй раз. Да что ж такое-то? Ладно. Видимо, я просто отдельно скриншот сделаю, покажу вам, как он выглядит, этот костюм. Ну, естественно, он автоматически под каждую команду будет меняться. Так, здесь ничего интересного. Нам такие заставки будут интересны, когда наступит октябрь. Я, конечно, мог бы это в какое-то короткое видео записать, как обычно, свои анонсы. То есть частично просто именно все эти изменения показать. И все. Но, кто знает, может, не все бы поверили, что это действительно так, это просто склейка. Поэтому я решил показать именно в таком формате, чтобы не было сомнений, что это не была какая-то склейка из разных фрагментов видео. То есть действительно показываю, что все в автоматическом меняется под определенный клуб. Ну что же, у нас так много событий, это нам октябрь нужен. Же я, как всегда, готов рассмотреть любые ваши предложения, что можно улучшить, что можно добавить. Я понимаю, вы устали ждать релизы от меня. Вы, к сожалению, у меня очень большая занятость сейчас на моей основной работе. Вот, но я надеюсь, что в новогодние праздничные дни я смогу вас обрадовать релизом. Не знаю, могу ли сейчас вот это обещать, но постараюсь, по крайней мере, это сделать. То есть, чтоб для убеждения, смотрите, у нас сейчас сезон 0. Это сентябрь. Сейчас мы переходим в октябрь. Теперь сезон 1. Сезон изменился. А теперь, получается, будут
зимние курточки. Так, ну ладно, может нам какую-то заставку покажут. И мы их увидим. Если нет, то можно просто начать матч. Допустим, забить гол. И увидеть реакцию Лэмпорда в этой зимней куртке. Но я надеюсь, что мы какой-то... Вот заставка. Смотрите. То есть теперь получается у всех зимние куртки. Пока не идеальные, надо немножко дорабатывать. Вот это я просто для примера взял готовую модель от одного из фейсмейкеров. Вот, но нужно немножко доработать и будет все классно. Главное, что это все автоматически меняется и работает. На этом пока все. Ждите новостей.